Отличная картинка, да? Связи Соломона с бомбой тут все равно не видно. Еще что-нибудь есть, сержант? Еще что-нибудь? А что еще нужно? Вы же видели, как он убил Миллера. Сержант, вы на себя посмотрите. Вы в этой истории на каждом шагу. Вы и Дима. Да бля, вы что, копы? Вы на чьей стороне? Слушайте, вы были в комнате, в которой снималось это видео. Вы были в банке, где нашли бомбы, верно? Да, все так. Мы нашли 3 держателя для бомб, порванные карты. Соломон засветился на камере с Аль-Баширом. Здания больше нет, улик нет, ничего у вас нет. Да. Понятно. Когда? Точно. Ясно. Спасибо. Похоже, одно из имен, используемых Соломоном, засекли здесь. Нет. Вот видите! Начинает сходиться ваша история. Аль-Башир ясно заявил, Соломон его правая рука. Правда? Когда? Когда мы за ним пришли. Кампо и я. Один-три готов. Прием. Принято. Мы быстро приближаемся. Конец связи. Это Коул. Какого хера он ведет штурмовой отряд? Что-то тут не так. Так, туши свет. Надо затемнить зону высадки. Давай по готовности. Быстрее! Они не смогут сесть, пока тут свет. Отлично! 2 налево! Продолжай! 1-4. Зона высадки в безопасности. Наблюдаем. Прием. Понятно. Включаем тепловизор. 1-4, мы видим. 1-3, очистите нам улицу. Принято. Надо сместиться направо, чтобы была видимость. Прием. На позицию. Надо расчистить улицу. 1-4, мы на месте. Прием. Принято. Двигаюсь. Блэкберн, что видно? Сука! ССО! 1-4, держитесь! Враг впереди! Боевой контакт! Прием! 1-4, держись! Противник прямо перед вами! Ориентировка по расположению отрядов. Направо, пара этажей вверх. Ковнюк на балконе. Снимай его! 1-4, отлично! Выдвигайтесь на точку Браво. Прием! Вас понял, 1-3. Давай, пошли! Увидимся внизу. Не высовывайся. Пошли. Машина, ложись. Переулок впереди. Пошли. Ты первый, я тебя прикрою.
что-то видел. Сука! Там чувак наблюдает за улицей. Ориентир – неоновая вывеска слева. Второй этаж. Наблюдатель расположен открыто. Снимай его. Так, по моему сигналу. Скорей, пока они не вернулись. Бродяга 1-3. Мы у точки Браво. Принято. Мы ждем поблизости. Два бойца ССР перекрывают дорогу. Расчисти путь. Прием. Хороший выстрел. 1-4. Путь свободен. Понял. Движемся. Прикрой их переход. Не высовывайся там! Пойдем здесь. Используй нож. Иса, сюда идет. Черт, бегом! Держись рядом. Держись рядом. Это должно их замедлить. Пошли. Сейчас.
Выдвигаемся! Вон, лестница! Мы можем срезать. Выйдем с той стороны квартала. Идиот! 1-3. Тащи свою задницу к торговому центру. Быстро, как слышишь? Конец связи! Вызови центр по этому ебучему радио. Он мог бы им и данные для засады передать. Срежем тут. Черт, готовься! Господи боже, вот оно. Это ж та самая чертова комната. Тут все и было. Вот черт. Бродяга. Я бродяга 1-3. Мы у точки Дельта. Тут что-то есть. Как поняли? Вижу доказательства, что здесь казнили капрала Миллера. Совпадает по описанию. Постановка камеры. Вообще по всему. 1-3, вы уверены? Более чем. Да. Я срочно пошлю отряд. Спасибо. Первая дивизия морской пехоты захватила восточную часть. Битва за город почти окончена. Давайте закончим сегодня. Понятно. Они идут. Надо обождать. Граната, сволочь! Хорошо, чисто. Пошли. Все встает на свои места. Кол пытается лично сдать Аль-Башира. Он уже 100 лет в капитанах ходит. Вот и пытается доказать начальству, что не полный ушлепок. Звездочку получить хочет. Долбанный искатель славы. Блэкберн, Кампо, сюда. Мы в 200 метрах от нужного здания. Осталось пройти через магазин. Готовы? Да, сэр. Приступаем. Если будет жопа, отходим сюда, на эту позицию. Так, как поступим? Блэкберн, Камбо, вы будете прикрывать крышу отсюда. Потом встретимся у входа в магазин. Теперь мы точно знаем, где Аль-Башир. Можно его хлопнуть? Нет, конечно. Аль-Башир нужен нам живым. Надо расспросить его о бомбах из Панка. Никаких расправ, как с Бен Ладеном, это всем ясно? Все сделаем. Работаем. Входим. Баркович, со мной.
1-4, 1-3 на позиции. Понял. Начинаем. Вот тут. Так пойдет. 1-3 на позиции, готов. Прием. Мы уперлись в стену на правой стороне игровой площадки. Тут охранник чинит генератор или что-то в этом роде. Понял. Смотрим. Блэкберн, давай по готовности. Отлично. 1-4 на дороге, в движении. Ориентир угол слева от вас. Веди нас. Местность зачищена. На вашем пути техника со включенными фарами. Можно идти. Движемся. Теплоизлучение со спутника показывает активность в двух квартирах на первом этаже. Сначала левая. Маткович, возьми бойца, стой снаружи, прикрывай нас. Вызывной 1-1, понял? Понятно. Готовность к входу. Приготовить светошумовые. Шоп, шоп, шоп. 1-3, говорит 1-1. У вас есть видимость? Мы тут ни хера не видим. Понял. Прикрываем вас. Справа, в самом низу. Следующая цель. Готов. Первый объект очищен. Перехожу ко второму. 12 часов. Верхние этажи. Справа, ниже, на крыше сарая. Видишь? Яблочко! Давай! Давай следующего! Быстрее! От здания. Давай по нему. Блять, еще противник. Блять, они сюда идут. Они идут через игровую площадку. РПГ на крыше! Вали из сукиного сына! Твой выход! 1-1 на связи. Ориентир нашей позиции. Справа к вам приближается техничка. Огонь по технике! Мы под огнем противника! Взрывы близко! Вы нашли его!
нижний этаж. Фары. Черт! Надо его остановить. Давай! Быстрее! Вперед! Вперед! Останови машину! Огонь по ней! Стреляй по машине! Давай! Бей говнюка! Один четыре, один три. Аль-Башир у нас. Принято. Движемся вдоль эвакуации. Силы ССО идут по направлению к вам. Готовьтесь к соприкосновению с противником. Конец связи. Есть! Прикрывай дорогу. Он в жопе! Надо его оттуда вытащить. Один три, на связи один четыре. Пробивайте вторую цель. Встречайте за вами как можно быстрее. Держись, мужик, держись, не умирай! Нет, больше нечего сказать. Ладно, как хочешь. Блэкберн, заложи внизу несколько клейморов. Тут будет прорва злобных чертей. Закрой проходы. Когда появится противник, все взорви. Пошли, быстрее, вот они! 1-3, доложите обстановку. Мы окопались в западной части центра, на втором этаже, у точки эвакуации. Понял. Пытаюсь подойти к тебе. Вижу подразделение ССО. Они проходят в торговый центр, мимо нас, на первый этаж. Должны быть прямо перед вами. Прием. Понял. Ты слышал? Смотри и простреливай вход на первый этаж.
1-3, смотри в оба. ССО идут по внешней лестнице на второй этаж. Внимание на входы, прием. Принято. Прикрой входы, прямо. Состояние пленного? Сильное кровотечение, шок. Выглядит плохо. Не дайте ему умереть, слышите меня? Он должен выжить. Ага. Один-четыре, один-три. Доложить обстановку, когда подойдете к центру. Прием. Под сильным огнем. Подразделение противника выходит из боя и направляются к вам. Выходы второго этажа, как слышите? Вас понял. Блэкберн, нам нужно перейти. Давай. Всем станциям. Бродяга 2-2 в трех милях. Готовьтесь к эвакуации. Конец связи. Сейчас немного заняты Аль-Баширом. Он плохо выглядит. Не дайте ему умереть, слышите меня? Он должен выжить. Есть. Блэкберн, иди сюда. Кажется, он бредит. Вам не остановить Соломона, как не остановить восход солнца. А вот и наша карета. Блэкберн, готовься к отбытию.
связи. Видео. Соломон. Соломон. Это наверняка он. Он сказал заполучить бомбы. И давить ими. Потом он украл их. Он меня использовал. Он использовал всех и каждого. Эта собака предала меня со своими планами поезда. И за это я получу. Получу. Слушайте. 14-го. Держись, не умирай. Месяца. Говори с нами. После захода солнца Соломон нанесет удар. Вот херня. Он умер. Горите в аду. Не знаю, что за пургу он перед этим нес. Эй, тут телефон. Может, записано что-то интересное?